А у нас есть подопечный Алексеев Сергей, 23 года, молодой совершенно парень. Попал в аварию несколько лет назад. На данный момент он прикован к постели. У него работает только левая часть стороны, рука одна. Есть клиника в Испании. Я лично сам связывался с врачами. Они говорят, что есть надежда поправить немножко правую сторону. Опять же, ну, не всю. Цена вопроса стоит 4,5 миллиона, чтобы человек был не прикованный к постели, лежачий, потому что он смс-ки общается, пишет через, ну, глазами, через компьютер. Так хоть какая-то будет надежда, жизнь хоть, ну, чуть-чуть хотя бы как-то самообслуживать себя. Человек уже как бы, ну, не подросток, да, время идет, уже 23 года, все равно уже взрослый. И получается, чем дольше все это оттягивать, тем сложнее все это потом сделать операцию. Хочется обратиться к жителям города Магадана, так как жители Магадана действительно не раз доказывали, что не бросается вы, что помогаем друг другу в нужных, ну, в трудных ситуациях. Я хочу, как гарант благотворительного фонда «Добрые сердца детям» Владимир Татаринцев, обратиться к вам за помощью, чтобы каждый из вас мог по возможности помочь Сергею, кто чем может, может кто-то помолиться, может у кого-то есть связи, может у кого-то есть финансы. Цена вопроса 4,5 миллионов рублей. За полгода мы собрали вместе с Сергеем, получается, 650 тысяч рублей. Ну, это каждый день я мониторю, кидаю по соцсетям информацию про Сергея. Очень надеюсь на вашу отзывчивость, и мы дадим Сергею вместе с вами шанс на приобретение новой жизни.